Вот что у меня такое в руках? В моих руках сотовый телефон. Я помню то время, когда сотовым телефоном надо было просто звонить. Дело-то было в 95-м году. Такие телефоны были большие, вот такие буквально. Вот. Тогда я звонил и домой в том числе. Вот. Это было клево, да? Как раз мы только начинали работу, еще работали, получается, на губернатора Соловьева. И можно было позвонить по сотовому телефону в Магнитогорск. Вот это было крутизна. Год 97-й. Тогда я себе купил обыкновенный, ну, такой еще... Никакой сотовый телефон по сравнению с тем, что сейчас. Вот. Сейчас, конечно, сотовый телефон – это что-то с чем-то. Сейчас сотовые телефоны – это и компьютер, и ежедневник, и все что угодно. И это очень круто. И это даже серьезные процессора. И вы можете на сотовом телефоне не только отправлять смс, но и писать все, что можно. Это очень, очень серьезно. Вот. Мало того, эти сотовые телефоны могут и снимать с возможностью HD. Но что же делать, если этот сотовый телефон сломался? Выкинуть его, что ли? Вот. Наверняка такое и произошло. Но такое не происходит, потому что здесь, сегодня, сейчас в фирме SLM, что на Куйбышево 22, вы можете принести и сотовый телефон, и планшетник, и ноутбук, и DVD-проигрыватель, потому что здесь ремонтируют все то, что нужно. А как это делается? А давайте посмотрим. Так как же все это получается? Ну, во-первых, нужен классный специалист. А таких в городе практически нет. Специалист должен знать все то, что стоит в ноутбуке, лаптопе или телефоне. Не просто впаять, а вставить и потихоньку определиться в степени неисправности вашего электронного девайса. Специалист должен знать, где можно найти запчасть. И специалист должен знать английский язык. И не только потому, что у нас таких вещей не делается. Все, конечно, делается и в Китае, и в Сингапуре, и во Вьетнаме, но вещи-то по-английски зовутся. Очень круто для такого специалиста иметь замечательные ручки, не трясущиеся. Вот как, к примеру, у меня. Точнее, лучше, чем у меня. И потому, как есть работа под микроскопом. И, естественно, нужна мощная паяльная станция. И если такого у вас нету, то никогда в жизни ни планшет, ни ноутбук, ни телефон никто не сделает. А вот фирме SLM, которая располагается на улице Ворошилова, 17, и в мудрейшем центре на Куйбышева, 22, такой спец есть. Так что не выкидывайте ни ноут, ни планшет, ни сотовый телефон, а несите все сюда. Во-первых, у нас хорошее новое оборудование, но это только начало. В дальнейшем, конечно, у нас в перспективах будем развиваться, поэтому как бы телезрители пусть следят за новостями. Люди, которые будут приходить, будут узнавать все новое. То есть мы будем развиваться в этом плане. В любом случае, новейшее оборудование, которое позволяет сделать диагностику довольно-таки быстро и точно. Диагностика у нас бесплатная услуга. То есть если человек даже просто захотел узнать, что с его аппаратом, мы можем это продиагностировать абсолютно бесплатно. За наш ремонт, то, что мы делаем, мы даем гарантию. Вот эти штучки, да, вот видно было, да? Все это рано или поздно, ну, разваливается, а как по-другому? Причем оно разваливается быстрее, чем ваш обычный персональный компьютер. Что можно делать, как восстановить, как в некоторых случаях поменять аккумуляторную батарею, потому что часто такое бывает, купил планшетник, да, год поработал, аккумулятор сел. Что делать, выкинул так, что ли, или нет? Почему? На данный момент все комплектующие есть. То есть все это меняется, все ремонтируется, абсолютно все. То есть единственное, если, конечно же, аппарат утопленный, то там есть большой риск, что его восстановить просто будет нельзя. А все остальное, если, допустим, батарейка села или там разъемы у вас какие-то вышли уже из строя, то есть износились, то это все меняется и довольно-таки за небольшие деньги. То есть можно понять, что ваш лаптоп или планшет – это та же самая рабочая станция, которая также будет продолжать работать. Но ей можно будет пользоваться. То есть я помню первые лаптопы, да, или вот эти планшеты, вот, они сейчас могут работать, а последний так это вообще клево, и уже нет необходимости компьютер делать, потому что все, что можно, делать через флешки, и вы также можете и работать и с нелинейной графикой. Да, конечно. То есть все, ну я объясняю, все меняется, абсолютно все, даже вплоть до корпуса. Если вы его разбили, если хотите, корпус поцарапался даже,
Если даже захотите сделать тюнинг, можно даже и тюнинг сделать. Все это где делается? Это все делается в нашей конторе под названием SLM. Работаем под брендом SLM. Находится на Куйбышева 22. Вот что такое сотовый телефон? Сегодня и сейчас у меня сотовые телефоны, они просто есть, да? Причем сотовые телефоны крутые. А до того как, я их, наверное, штук 20 размочил. Вот. И Максим помнит, потому что у меня есть супруга. Вот. И в свое время мы еще не были женаты. А потом, после того, как мы поженились, я, естественно, эти сотовые телефоны раскурочивал, выкидывал, ломал. 20 штук, представляете, да? Все были клевые. Сейчас помнишь, сколько я потратил, это просто кошмар будет. Вот, сегодня и сейчас вроде как бы все нормально. Стало, ребенка я родил. Вот, меньше психовать стал. Сейчас вообще не психую. Вот. И они у меня дома лежат. И кое-кто, и кое-что, и вообще они начали ломаться. Даже, может быть, не ломается, потому что, ну, вот там батарейка развалилась, тут аккумулятор вылетел, там еще что-то. Ну, и что с ними делать? То! А сегодня и сейчас я знаю, куда бы я их принес. И вместе с лаптопами, вместе с планшетами, вместе с DVD-проигрывателями я бы принес сюда. На Куйбышева 22, фирма SLM.